можно вообще не понять, что ты говоришь. Кто прошел? Кто прошел? Уважаемые пассажиры. Поезд Адлер. Едем до Топсе. Не было времени снимать. А почему? А потому что посадка всего 6 минут. Люди накупаются. Сегодня жарко. Чистое море. Да, чистое море. 6 минут на посадку. Мы просто как сумасшедшие объявили на самый дальний путь. И вот мы весь поезд стоял как сумасшедший. Под двум эскалатором. Это просто, это вот, ну, вот вот сюда, Катюшка. Это просто кошмар. Мы все мокрые, потные. Хорошо, тут кондиционер, все хорошо. Но сделано, конечно, ужасно. 6 минут на такое дальнее расстояние. Люди с чемоданами. С этими, говорю, с эскалаторами. Все дети бегут. Родители с чемоданами тащат детей. Дети кричат: вот все, я боялась потерять кого-то из детей. В частности, Катюшу, потому что она маленькая. Ее там чуть не задавили, бедную. Но она шустрыми ножками, да, Катюш? За мамой бежала. Что тебе больше всего понравилось? Что ты больше всего запомнила? Бассейн. Приехали в Адлер. Одной площадка, другой бассейн. А как ты поднималась на подъемниках? Тебе понравилось? Мне тоже понравилось, а подъемник. Все, мы приехали. Хотела бы вам показать сразу номер. В общем, вот так вот выглядит номер. Наконец-то мы добрались. Немножко девчонки, Катюшка сегодня немножко у нас не дали ей никак поспать. Вот какой красивый вид. Море даже видно. Вот так вот выглядит балкон наш. Слушайте, а балкон не маленький, классный балкон. Вот. Такой вот номер. Мы могли взять еще детскую кроватку, но мы не стали. Катя с нами две ночи переспит, ничего страшного. У нас тут шкаф при входе, вот такой вот стол достаточно большой. Телек. Ну, холодильник, кстати, пожалуйста. Ага. И мне нравится, смотри, что тут можно так регулировать, да? Температуру в номере. Да, Вань? И тут есть ли? Вань. Ну да, вон же здесь центральный. Да. Где? А, вот. Да. А где тут свет включается? Не, это. Вот. Наверное, внутри. Да. Вот. Ух ты, раковина какая. О, детеночка. Раковина, смотрите, такая, аж блестки такие переливаются. Фены есть, душек, туалет. В принципе, вот такой вот номер. Тут на два дня всего. Это, конечно же, вид. Смотрите, какой шикарный вид. Просто, просто обалденный. Шикарный. Так, вышли мы с отеля. Мы почти сегодня, короче, ничего не снимала. У нас, видите, такая горка прям идет от отеля. Прям, знаете, можно на велике прям так вверх и съехать. А, видите, везде горка. Ну, то есть мы как будто бы на горе. Отель на горе. Ну, вообще в горах, если честно. Ну, мы в горах, ну, как бы... В общем, отель на горе. Мы вышли так чисто прогуляться вот всей толпой. До моря. До моря, да, прогуляться. Мы здесь всего лишь на два дня. То есть завтра мы целый день, и послезавтра утром мы уезжаем. Повторюсь, это такой у нас перевалочный пункт до по дороге в Крым. Потому что, чтобы не очень тяжело было ехать, мы решили так вот остановиться, прогуляться. Ну, как говорится, никуда не спешим, почему бы и нет. Номер у нас в сутки стоит 3-400 в этом отеле. Я обязательно для вас завтра его поснимаю. Саму территорию, хотя, в принципе, там она небольшая, но снимаю. Оставлю отзыв, вдруг. Вдруг кто захочет остановиться в этом отеле, в принципе... Мне реально нравится все. Вот как, да, у нас отель называется Аквавилла. У нас в этом году что-то как-то все вилла давило. Ну, первое впечатление, отель неплохой. Единственное, из подуши течет опять, что в том отеле, что в этом отеле, блин, какая-то напасть. Проклятие такое. Да, течет с подуши. Мне это вообще бесит, когда вот ты выходишь и... там текло, и там текло, и тут течет. И вокруг все вот это мокрое, не люблю так, естественно. Значит, мы находимся, Ваня, расскажи людям, где мы находимся.
Мы находимся на дороге. Широкая щель. А, да. Широкая щель. Одна подписчица, одна... Микрорайон, широкая щель, да. Одна подписчица только в комментариях в Инстаграме угадала, где я нахожусь. Все вообще подумали, знаешь, где? Кто-то написал Балаклава, то есть Крым. Не знаю. Кто-то написал Роза Хутор, потому что, видишь, фотка была сделана в Инстаграме с видом на горы. Кто-то подумал, что это отель в Роза Хуторе. О, какая-то кафешка местная. А вот мы дошли, кстати, до столовой, но мы сегодня кушали. У нас был сегодня на... Катя, куда ты смотришь? Господи, штаны не наложила. Мы питались сегодня по системе шведский стол в нашем отеле. Ваня там просто обожрался. Я тоже. И Настя. Это коротко о том, что мы 5 дней питались вот как бы как, а тут заплатили. Получается, у нас вышло 900 рублей, да, Вань? 945 рублей на четверых полностью шведский стол. Знаешь, что там было? Там была жареная картошка. Так, в общем-то, зашли мы в местную столовую, буквально вот 5 минут пешочком идти. В принципе, зашел, покушал, пошел на море. Можно так. Я, кстати, жую жвачку, сори. Наверное, как корова. Зашли на территорию пляжа. На территорию, в общем, тут вот этот пляж, да, и тут все огорожено. И все тут недалеко. Настя, можно я иногда одна поговорю? Да-да. Сама с собой, можно? Настя подсказывает, ты чего-то не знаешь. Вот. И фишка в том, что тут надо заплатить за вход на территорию пляжа. Видите, тут огромная территория, тут вот стоят палатки. В общем, люди сюда приезжают, платят место за въезд, как бы, видите, там много вот, палаточный прям городок. Всякие ряды, кафешки, шашлычки, и за вход нужно заплатить. И помимо того, что ты платишь за вход на этот пляж, нужно еще платить отдельно за шезлонги. Ну, в общем-то, все как обычно. Только тут еще ты платишь за вход на пляж. Сколько там, значит, 120 рублей стоит с человека, ну, вход? Здесь, в кассе. Да, здесь в кассе. А у нас в отеле дают 80, да? 60. 60 рублей. То есть у нас, как бы, получается, в два раза дешевле, если покупать. Видимо, договоренность с нашим отелем. Обычные ряды со всякими сувенирчиками, штучками для моря. Масочками, в общем-то, как обычные российские курорты. Все, что хотите, только в два раза дороже. По крайней мере, сколько я раз не смотрела, сколько стоит солнцезащита средств, тут всегда очень дорого, поэтому берите с собой защиту. В городе у нас можно и дешевле купить. Дошли до пляжа, тут, видите, даже такой песочек, да, Настен? Ага. А я думала, тут камни будут, а тут песочек, слышите? А пляж приятный. Ой, господи, провалилась. Зонтики такие. Слушайте, реально песок с камушками. Ух ты, здорово. Можно босичком на сено, если хочешь. Вот смотрите, кабинка какая. С советских времен кабинка. Это вам не Сочи, Адлер. Где современные кабинки. Слышишь, Вань, расскажи, какая кабинка в Адлере современная. О, блин, обалдеть, короче. Да, там они сделаны из горизонтальных реечек. И как бы изнутри ты, получается, видишь, что снаружи, да, потому что ты как бы смотришь сверху вниз. А отсюда не видно, потому что они, ну, под углом стоят. И как бы изнутри, когда стоишь, ты думаешь... Да, когда ты переодеваешься, ты думаешь, что, ну, ты же голый, и ты все видишь, все вокруг. Но при этом тебя не видят. Но все равно стрёмно. Так приятно писать. Опачка какая-то. Наступило утро, мы пришли в местную столовую и вот заказали, вот это все нам обошлось, это берега, не стесняйся, 540 рублей вместе с двумя бутылками воды. Что-то там построила такое красивое? Это лес. Лес? Да, осенний. Ничего себе. Катя, а почему? Вот что значит песочек, все равно есть чем заняться, ну, деткам. На обед. У нас, видите, тут лифт, мы на четвертом этаже. Тебя, Ван, ждать? Ваня сейчас заплатит. Тут система шведский стол. Мы набрали еды. Я взяла рыбу, шарики какие-то, салатик. Девчонки, вон, тоже котлетку с макарошками. У Кати тоже тут целая тарелка. И у Вани. Сколько ты заплатил? 1200. 1200 это за шведский стол на четверых.
У нас столовая, а тут у нас детская комната. Уголок. О, кстати, тут даже туалет есть. Привет, девочки. Паук, ой, не знаю, он вчера меня так паук напугал тут один, просто до ужаса. Огромный. Я, короче, вчера вот с верхней полки, сейчас, Настя, подожди, вытащила вот эту змею, эту огромную, видишь, Настя, где она лежит? А оттуда выпал вот такой просто огромный паучара. Упал прям, блин, не знаю, я еще 10-20 лет назад, я не боялась так сильно пауков, не знаю, почему сейчас боюсь, у меня прям, знаете, прям паника, у меня прям это аж трясет, блин, я даже, кошмар. До ужаса меня стали пугать пауки, не знаю, почему какая-то нежно стала. И видите, я, короче, сделала маникюр себе, и через 3 дня я еще не уехала. У меня облез уже первый ноготь, представляете? Я пошла опять в этот салон, говорю, ну, смотрите, что за фигня, как бы у меня ноготь. Я 3 дня назад сделала у вас маникюр, а у меня уже облез один ноготь. Это был вот этот указательный пальчик. Она говорит, что у меня, типа, очень тонкие ногти, и на моих ногтях, типа, вот это покрытие как-то плохо сработало. Короче, мне сказала, переделала мне 2 пальца и отпустила с Богом. И вот, пожалуйста, сколько мы, неделю на море, и вот спустя неделю у меня облезло вот 2 пальца средних. Вот. Я еще не знаю, что делать, потому что у меня даже нету с собой розового лака, чтобы просто хотя бы накрасить, чтобы, ну, это ужас, смотрите. Вот за вот это мы отдаем деньги. Знаешь, что спать днем просто не нужно. А я уснула, потому что поздно монтировала видео. Не выспалась, проснулась, просто башка раскалывается. Вот. Раз мы завтра, короче, уезжаем. Вот этот лук просто я буду сейчас заканчивать. Немного об отеле, кому интересно. Аквавилла называется. Отель классный, мне понравился. Из минусов. Я думала, что бассейн будет чуть-чуть потеплее, но в принципе вот купаться можно. Детский бассейн потеплее, чем большой. Вот. Есть небольшая детская площадка, но она такая себе, но в принципе пойдет. Плохая территория, ну, как бы нормальный отель. У нас номер на 4-м этаже, 3-местный стандарт вроде бы. Или комфорт. Отдали мы в сутки 3 400. То есть за 2 дня мы отдали 6 800. Ну и плюс питание отдельно доплачивали. Башка болит. До моря идти 15 минут тут. Про пляж я уже сказала. В принципе, там песочек. Грязновато немного, конечно. Ну, там в плане пляж как бы не чистит. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for.